Дима, уж как ты прокомментируешь это решение судьи? Я скажу, что арбитр... Вот есть арбитр хороший, а есть арбитр... Я считаю, что это из второй категории. Арбитр... То, что там офсайда не было, он дает офсайд. Почему? Только он знает. Штрафного не было, он же дает штрафное. Уже по понятным причинам. Я думал, арбитр из Дании, из Швеции, Македонии. Оказывается, он австриец. Арбитр мог бы судить в чемпионате Молдовы? Я думаю, лучше Панаря подсудил бы. И я думаю, что его не постигла бы судьба Деренева, которого сравнили на всю жизнь от Звезды. Я думаю, этого на две жизни, если у него были, и его тоже сравнили. Так что флаг ему в жопу. Благодарим. Я думаю, не доживет до конца матча. Джокер выходит на поле, если успеет. Тут, ты же понял, что там... Серый, все, лазер. Все, шкаф. С ним базарить, он... Да ну на! Его дать штрафной! Все, все, Ленинштейн! Нормально, что не скосил там? Повторить мой рекорд.
конечно, вкусно, в смысле. Don't know fair play. Просто ты не фаул, пуши. Это не fair play, а гоу. Хундин он дает пенальти. Офсайды! Хорош! Войнул с тем, они совершенно салаты. Диди, уж мы ес. Хорош, Олега! Что там? Звездный час твой наступил или нет? Не знаю, за звонок смолчает, но выйти на. Шоу кентария. Чимон, на цепи аудитории не считай, что аргентин похож.